это конец. Мы приплыли спустя с 9:40 до сейчас 16:40 сейчас. У нас получилось очень долго вообще. Сколько там получилось? Долго, тяжело и долго. Устали, ели, доплыли до сюда, не докуда, туда, куда хотели, но больше сил довести нету, так что все. Высаживаемся здесь, вызываем звездный десант, нас забирают и везут на шашлыки. Всем привет, дамы и господа. Сегодня мы с братом собрались проплыть на огромной грузоподъемной доске для сапсерфинга от Москвы до Раменского. Вышли на воду в районе Марьино. Старт в 9:40 утра. Помимо остальных серьезных вопросов, нас интересовала законность всего мероприятия. Можно ли на своем плавучем средстве плавать по Москва-реке? Поиск по законодательной базе дал однозначный ответ. На сентябрь 2019 года выходить на воду на своем плавучем средстве без мотора можно без каких-либо документов. За полчаса добрались до набережной Капотни. Там вовсю идет грандиозная работа. Сносят гаражи, строят парковую зону. Сотрудники Лесконфетнадзора могут попросить быть аккуратнее, ведь по реке ходят большие корабли и баржа, но не более того. Также нас не пустят в шлюзы, потому что на нашей доске проходить шлюзы опасно. Поэтому нам придется шлюзы обходить по земле. Там, где работы почти закончены, есть уже зеленый газон. Стало очень даже красиво. Судя по этим булыжникам, когда-то здесь была паромная переправа. Впереди показался Бестединский мост. Первый час на веслах был брат. Я сижу и смотрю по сторонам. Очень много раз бывал в этих местах, но со стороны воды вижу все в первый раз, и все кажется новым и необычным. Чуть-чуть правее автомобильного вокзала раздавалось кукареканье, кто-то там устроил курятник. Снизу мост становится огромным. Когда мчишься по МКАДу на скорости 100 км, проскакиваешь его и даже не замечаешь. С очень громким шумом, грохотом сверху пролетают машины. Прошли 700 метров от МКАДа, со стороны бесед стоят в тишине лодки и дома. Несмотря на то, что Москва совсем рядом, тут очень тихо.
Итак, перед нами первый шлюз. Он остается слева, а мы пойдем в обход, как настоящие герои. Впереди искусственная насыпь шириной 50 метров. Мы предположили, что перебраться через нее будет легче всего. Выходим на землю и ищем место, где спуститься. Похоже, тут что-то еще добывают. Кругом мелкая белая мучка. Спустились на воду. За искусственной насыпью оказалось топкое болото. Очень много тины, дно илистое, ноги утопают по колено. С трудом продвинулись, гребем в обход шлюза. Загинаем историю. Прямое включение с реки Москвы. Мы уже отплыли, если судить по Яндекс.Картам, именно по дорогам. Где-то приблизительно 12-13 километров. Оставили Москву вдалеке, оставили МКАД, преодолели город Дзержинск, движемся к Лыткарину. Ну, к Лыткарину движемся. Ветер бьет нам в спину, солнце справа, ветер теплый, вода просто бомбезная. В общем, все хорошо. Поднялся шквалистый ветер, и мой братец уже на исходе. Ему еще гребсти минут 30 точно. Вот он старается изо всех сил. Но когда плывешь против ветра, очень трудно. Прошли несколько зигзагов Москва-реки, и на горизонте появилась Лыткарина. Я отработал с веслом свой час. Почти все время пришлось грести против ветра. Устал и прилег. Шел третий час нашей кругосветки. В небе появились вертолеты. Значит, где-то рядом проходит Макс. Впереди еще один шлюз. Вторую плотину преодолеть без приключений не получилось. Мы приметили сначала очень приятную пристань, где мы смогли очень комфортно пришвартоваться, выйти на сушу. Но тут прибежал дедушка, который сразу же такой: «Ты вы что сюда приплыли?» Ну, в общем, никакие уговоры, ничего нам не помогло. Он нам предложил обойти все кустами, потому что это была суперсекретная просто зона. Вот, мы преодолели метров 500 по суше. Сейчас с другой стороны дамбы плывем дальше. С левой стороны реки по ходу движения начали появляться приятные домики со своими пристанями. Вертолетная эскадрилья наворачивает бесконечные круги у нас над головами. Было бы прикольно посмотреть на нас ихними глазами. Ну а дальше, на берегу практически до самого Боровского моста, расположились замки. Один красивее и больше другого, с огромными пристанями. Все очень красиво. Но ни на одном из участков мы не увидели людей. Такая красота, и никого нет. Молодец, парнишка, тренируйся, в следующий раз все получится. Наш грузоподъемный САП оказался слишком тихоходным. За 7 часов мы преодолели всего 28,5 километров и не добрались до намеченной точки. В следующем году уже на других досках мы пройдем этот маршрут от начала и до конца, а также пройдем по маршруту через центр Москвы, от живописной бухты до набережной Марьино. Всем удачи, друзья, до новых встреч!